мир вашому дому. Сьогодні по народному календарю православний праздник День Ануфрія. Народний праздник прозвали мочальником. По церковному календарю православної церкви сьогодні чтить пам'ять святого Ануфрія Мочалібова і Анісима Затворника Печерських в Нижніх Печерах. Совершають пам'ять Симеона Христоради Юродивого Палестинського і преподобного Йоанна Спостника Його, пророка Божия Єзекииля, мученика Виктора Марсельского, обретение мощей исповедника Романа Медведя пресвитера, священномученика Петра Горубева пресвитера и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Поздравляю всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.